Убийцы недобитые! Ναι, και να έχουμε μόνο να σταματήσει σειρά το πράσινο. 3D Cooks, join your channel 3D and what are you on the server? Привет. Че, вы там еще продолжаете хоть найти? Да. Саша, живой? Да, сейчас. Блин, а, есть. Саша ходит, пистолет от всех где-то падает. А, блин. Пошли, Коля, расшаним пацана, он слева в домике. Чё, у меня пулемет, блядь. У меня не пускают до русских. Морда лица. Ай, блядь, меня убивают! Убивают! Спасай, сука! И режу. Готов. Отлично. Блядь, он мне в ногу попал. Хорошо, что он косорылый, блядь. Да он не он косорылый, у него просто модлихер. Олег, осторожно, там где-то лежит пацан. Ой, там танк. Наш танк, блядь. Наш танк, блядь, просто он тут так прокосил, я, блядь. И меня стрелял наш танк. Хлопок это что ли? Он уже дальше есть. Я посмотрю. Там маршрутка. А маршрутка наша, кстати, осталась, можно ехать дальше. Ай, стреляйте. Поехали, Коля. О, ничего не могу сесть, алло. Олег, я сейчас тебя подберу. А, тут мы, наверное, не просочимся, да? Просочимся. Я наверное... Ладно. Только ты его не задави. Ой, блядь, Олег, ты, блядь. Ты, блядь. О, прямо, да? Отлично. Я заряжаюсь. Там танк стрелят. Не выезжай лучше. Да мы же бессмертные. Слышишь? Ой, кого-то срезал, блядь. Стреляй, Коля, стреляй. Не вижу, слишком дергаешься. У меня приступ. Он живой? А я думал, это муляж. Уйди, кто там? Я не хочу давить. Убежал из танка. Бегайте, хлопцы. Отлично, легайте. Уж тут вариантов-то нету. Ой, по мне стрельнули кто-то из этого, из противотанкового. О, я забежал. Джон, ой. За пулемет. You shall not play. С огнемет. Лол. Russian. Блин, следующий отыграть. Ебать, я за матч одного чувака убил и все, блядь. 1-1. Я тоже, кстати, 1-0 у меня. 1-0, понятно. Сейчас я по ним ебну. А че? Да, боже. Че он стоит? Ой-ой, блядь, а он же пришел на работу. Коля, садись обратно, нахуй. Ебаный класс. Сел, блядь. О, маршрутка едет вражеская. Где? Лупа. Косанам. Маршрутка вражеская приехала, Коля, аккуратно, сейчас будет давать пизды. Ничего не будет давать. Она перевернулась. Перевернулась, да? Да. Бля, не могу их убить, прикинь. Убийцы недобитые! Стой! Кемперы, блядь. Очень интересно. Да? Не, постоянно сидишь спокойно, респе, не обстреливаешь. Здорово.
Да, блядь, туда пушку не развернуть. О! Блядь, чем я занимаюсь, нахуй я не скажу. На, нахуй. Чё такое? Сав, я видал, ты лёг, давай вставай. Мне трудно попасть. О, кто? Ух ты! Нифига себе, напугал меня. Чешни, со штыка ты меня резал. Могу зарезать, кстати, спокойно. Выдержки не хватает пока у Нила. Ты прикрываешься. О! Что это сейчас было? Как я выжил? Маршрутка подъехала к дому. Всё там же справа. А это свои или нет? Нормально, свои. Короче, я прям путал, на спаун к ним пробежал, кажись. Никак нет. Ебать, колотить, я это засниму. У меня перезарядка, скай, помоги. Я разложенный пулеметчик, по мне пробегает немец и бежит дальше. Спину убивай. Блин. Ну я говорю, где-то там я просто не понял. Блять, он прямо тут. Ебать, там маршруток едет, пиздец. Ай! Неа. На это. На меня. Давай. Вот он еще есть один. Я представляю, да, 5 человек. Блять, сорян, чувак. Там разберутся. На первом этаже. Зачистили, вот она хуйня. Лежала, блядь. Так не зачистил, было грязно, но на втором этаже, Коля. Вот там как на ладони, прыгай, мне кажется, прыгай, нет? Прыгай, 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 прыгай. Ну да, надо что-то грязно что-то. Ну вообще заебись просто. Я заметил, только я думал, просто разворачивается, он, блядь, все задает. Я еще не вытрался. Одновременно меня высветилось ты и я, со снайперской винтовкой его не убил. Все равно. Так, я тут поле прилягу, мне надо на 3 секунды будет отойти. Я вот тут в пшенице родимое лягу, вот тут вот так, да, вот так. Хуя по пос... дереву мог. Так, все, сейчас подойду. А я на тебя. Раз. Дышим. Ничего личного, Андрюх. Потому что нас никто не увидел в кустах. Давай, юб... Красава, ебать, блядь. Хорош. Ай, блядь, пиздец. Опа. Блин. Я это видал. Они стреляются. Вот на Герра посмотри сейчас, или кто там? За кого? 34-ка немецкая. Немецкая шумовая. Они похожи вальс. Что они, блядь, делают? Ты это тоже видишь? Да. В смысле, он так и не понял и поехал дальше? Сейчас увидим, по-моему, да. Смотри, они вместе поехали, ну, блядь. Ну всё, один, конец. И отскочила, и тить колотить. Он до сих пор не знал, что писать. Такой паровозиком таким ездили. Сейчас его заметил. И опять отскочила. О, я вижу, как вы там рассекаете. У вас там играет мужик, это полет в ликерии, нет?
Нет, этот, знаешь, как Boeing 775 терпит крушение в течение 80 серий. Тон, 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 крутое пике. Не, просто я смотрю, потом я закрутил. Блин, что такое? Ой, слушай, снаряд пролетел где-то рядом. Какие-то китахасы стреляют. Я думал, что Коля затих, это Коленька по нам шмаляет. Коленька, Коленька, прекрати. А, прекрати, Коленька. Олег. Я так красоту, чтобы у него, блядь, дуло, сука, сломалось, пока он задирал его. Ой, слушай, я, кажется, по хвосту пострелял и потерял управление.